Выехав утром из города Брейдалсвик, мы продолжали двигаться по трассе номер один вдоль побережья. Было, как обычно, ветрено, но в этот раз без дождя. Серое небо, осенняя исландская погода. Нужно делать, и кто тут может жить. Ну, в том доме он антенна есть, и свет горит. Смотритель маяка. Мы ехали вдоль восточных фьордов, и дорога огибала каждый из них. Иногда встречались редкие мосты, которые пересекали самые узкие места фьордов. А горные хребты, как и в Норвегии, пронизаны туннелями и очень редко перевалами. Именно на пике фьорда Фаскрюфьордсдюр мы свернули с дороги номер один на 955-ю. Посмотреть на рифы, маяк и, может быть, найти что-нибудь еще интересное. Здесь когда-то была больница, основанная для обслуживания французских рыбаков. А сейчас бывшее здание больницы отреставрировано под гостиницу. Как и обычно это бывает в таких местах, мы не встретили ни одного человека. Оказалось позже, на мысе отсутствует асфальтовое покрытие. Дорога гравийная, но вполне укатанная. И отсюда, конечно, открывается хороший вид. В этих скалах остались следы ледников и океана. Отсюда открывается прекрасный вид на горы северных и южных фьордов и на несколько островов, которые сидят в океане, как затонувшие горы. Thank you.
955-я дорога в итоге возвращается на дорогу номер 1. Но проехав по дороге номер 1 километров 5, мы снова с нее свернули и поехали вдоль следующего фьорда по дороге номер 92, мимо города Ридарфьорди. В этот момент мы свернули из 92-й дороги и поднялись в горы, приехав к какому-то подозрительному туннелю. Вообще должны были ворота поставить. Но у нас нет. Может, мы не понимаем, что значит impossible. Вот этот рыба вообще суровый. Да, капец он. Уходит просто в никуда. Да тут, я думаю, нет никаких завалов там снежных. Сейчас мы проедемся по вот этой. Написано, что он 630 метров, а ты куда он выходит? Ну, на ту сторону хребта. Может, он обвалился там. Везде проедет. Как вообще тут Ланос оказался? Не решившись ехать в туннель на прокатной машине, мы решили объехать через верх. Тем более я обратил внимание, что дорога тут была довольно укатанная. Это говорит о том, что, скорее всего, местные все-таки ездят по верху. Thank you.
Нам повезло, что не шел дождь и не катились камни. Хотя я бы не назвал этот спуск сложным. И наконец-то впервые за день вышло солнце. Перевал. Я очень хотел найти этот американский десантный бот. Ведь, возможно, это единственный раз, когда мне получится вживую увидеть этот корабль. Это, можно сказать, прикоснуться к истории. Ведь именно такие же самые участвовали при высадке в Нормандии. Перед этим предстояло преодолеть еще довольно длинный участок горной полудикой дороги, у которой даже есть свой номер – 953. Корабля есть своя история. Это LCM, механизированный десантный корабль США. Это обломки десантного корабля, который стоял здесь на мели с 1966 года. Судно прибыло из западных фьордов, где оно использовалось военными США для переброски оборудования на свою радиолокационную станцию в удаленный район. Он также использовался для перевозки бульдозеров и автомобилей между фьордами. Переднюю часть можно было опустить, чтобы автомобили могли выехать на песчаные пляжи. Когда в 65 году в деревне Брека была построена станция Засольки-Сельди, десантный катер был доставлен в Ерфердюр для перевозки черенков. Такое использование длилось всего 2 лета, прежде чем десантное судно было наконец доставлено сюда на берег. Оно не подходило для буксировки из-за своей квадратной формы. И несколько раз было близко к тому, чтобы пойти на дно из-за шторма.
Вообще, эти боты стали известными во время Второй мировой войны, когда их использовали для высадки войск или танков во время десантных атак союзников. Дальше по 953 мы не поехали, а стали возвращаться назад через долину на дорогу номер один, потому что нам нужно было еще до темноты успеть доехать до следующего города, а там найти место для ночевки. Перед тем, как остановиться, мы все же решили съездить в город Сейди-Фьордюр. Этот город интересен тем, что именно туда прибывают паромы с материка. Если бы мы поехали на своей машине, то, конечно же, прибыли бы именно сюда. И это место было бы нашим первым впечатлением об этой стране. А так все-таки интересно было посмотреть и увидеть порт и сам городок. Он оказался очень маленьким. Ну и так как оставалось еще время, мы все же пошли прогуляться по окрестностям. Или нам не туда?
На табличке было сказано, что это символ исландской гармонии. Что бы это могло значить? Сколько тут куполов? 1, 2, 3, 4, 5 должно быть. Out of order. Автоматическая станция подкачки. Выбираешь, сколько тебе надо, выставляешь на табло и просто подключаешь, и все. О, пожалуйста, ждем. Все, можно отключаться. Вот наш домик на сегодня. Наши соседи. Минхучен, Ванчайка, Винджарашраш, Тхананя, Бундитуанонд, Личок, Анурак, Вангсей и какой-то Сергей Руденко. Просто так вообще. Вообще, да. Как какой-то из деревни, наверное. Точно. Серьезные люди сейчас приедут, пойдем отсюда. Ничего. Что у нас не на втором этаже? Идем вот наш номер. Наш номер 2. Неплохо. Ух ты. Где тут свет? Окна. Мне так нравятся такие окна. Но они большие. А, большие? Угу. У нас еще вид тут был на водопад. Только как они проветриваются? Есть тут что-то? А, там отдельно маленькое. Там кто-то ходит. В Исландии можно везде пить воду с крана, но здесь сказано, что даже можно пить горячую воду. В этом городе, где мы сейчас находимся, я не знаю, как его прочитать правильно. Это всегда сложно с исландскими городами. Тут самая чистая вода.
Увидела я, значит, качельку. Иду и говорю, какая классная качелька. В итоге Сережа катается. Еще и усмехается. Классно? Она даже не скрипит. Да, у нас бы так скрипело уже. У нас дети потом сумасшедшие вырастут. В АТБ пойду. На баллон с видом. Исландский райончик. Все дома, ну не, не все, так сказать, одноэтажные. Есть двухэтажные, но они все такие миленькие. Вот кофе, мед. Так а что у них внутри, интересно? Я нашла, смотри, какого-то. Вот лакричный еще круче. Медвежья еда, манго, йо-йо. Что это, интересно? В супермаркете вот прям такие бочки с тыквами стоят. На них нарисовано. Что нарисовано? А, ну да, да, я вижу. Sorry. У нас ничего не меняется, что в Исландии, что дома. Зашли, называется, за хлебушком. Целая корзинка.